Давай. Отцекам посвящается песня в ментовку. Сейчас, друзья, вам расскажу, за что я в лагере сижу. Я расскажу, что коль вы попросили, я был из общества изъят, и вот теперь меня гноят в России, блядь, в России, блядь, в России. Вот раз замужней женой расположился с ночевой, расположился за городом вилле. И вот теперь судьба моя, меня попутали мужья, словили, блядь, словили, блядь, словили. А среди них был тоже мент, он применил свой инструмент, доставил КПЗ в автомобиле. И вот, по правде говоря, они дорогой меня избили, блядь, избили, блядь, избили. Я бил в тюрьме об стенку лбом, когда мне вдали объебон, как будто не нанес кому-то раны. А я всадил всего лишь раз, меня попугал пидорас, легавый, блядь, легавый, блядь, легавый. А участкового мента, когда наступит темнота, зарежу, блядь, зарежу, блядь, зарежу. Потом я в лес его снесу, потом я в рот ему носу, носу ему в рот и заморожу. Потом наделаю шлифт и налью соляной кислоты на кожу, блядь, на кожу, блядь, на кожу. Скатерть, скатерть, дальний город стелется и упирается прямо в небосклон. Каждому, каждому ментику снится, катится, катится голубой вагон. Охуенно! А как не охуенно? Я в интернате уже, блин. Ты будешь в интернете. Я в интернате. Поздравляю. Я в интернате. Блядь, у меня это уже...